художника потревожить каждый может. Ой, и откуда такого красивого зайку к нам замело? Ну, что надо? Говори быстрей. Вот так вот тебе все краски и отдать. А я свой шедевр чем же выписать буду? Вот это сюрприз. А ты загадочный зверек. Бери, конечно, все, что нужно, но при одном условии. Микрофон в строке нажму, Маша и Медведь скажу. Вот как все просто.